Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. Мы остановились на 133-й миссии. Так, отрядик, значит, у меня будет состоять именно вот из таких динозавров. И плюс вот такие снаряды. Ну что же, давай будем давать отпор этим троглодитам. Фу, с чего начнем-то? С прокачки. Тихо, по-моему, там катапульты, ребята. Ты слышал? Да, вон она. Вон она. Блин, а что делать будем? Атаковать, что еще тут делать? Друзья мои, тут другого варианта все равно нету. Бомбим. Шикарно. Так, ну мне нужно, вон, видишь, топотун идет, ножками своими перебирает. Блин, желательно сразу бы уничтожить ее. Так, сейчас эти бомжики тут встанут, это плохо, ребят. Так, выглянул, да, в окошечко. И мы, как всегда, фиг попали по нему. Ну-ка, если я заморозку брошу. Так, заморозка это одно. Ну? Что происходит? Так, слушай, секунду, подожди. Давай-ка вот так, наверное, бомбанем. Этот-то все летит? Тихо. Правильно, давай. Вот так вот. Блин, мне нужно вот этого подбить в катапульте, который сидит. А это очень тяжело сделать. Попробуем сейчас вот так вот. И заморозку сбросить. Так, он пока замороженный. Нужно еще атаковать. Так, давай, выходи, Брахио. Есть, катапульту мы разобрали с тобой. Хоть где-то нам, как говорится, повезло. Так, динозаврики мои подошли. Этот идет с огнем, нужно его потушить обязательно. И желательно быстрее. Так, выпуливаем. Там еще одна катапульта едет, ты слышишь? Звук характерный, да, это именно, друзья мои, катапульта. Сейчас она должна появиться на горизонте. Давай-ка мы, наверное, сюда ледяной снаряд забросим с тобой. Этот с копишком идет. Так, Брахио, выходи. Блин, я совсем забыл, чем больше Брахио у нас будет, да, тем больше сейчас будет лагать. Трястись экрана, это очень будет плохо сказываться. А с другой стороны, как без него быть-то, да? Ты посмотри, что они тут творят. Они просто проминают. Так, ну давай, снаряды. Блин, вот единственный минус в этих снарядах, что они очень долго перезаряжаются. Очень долго, друзья. Так, закидываем. Давай так попробуем сделать. Как раз он выглянул. Как ты долго вот летишь? Вот летит он, конечно, очень долго, друзья. Тут беда вот с этим вот. Катапульта еще целенькая, да, я смотрю. Что-то мне подсказывает, что этот уровень будет очень сложным. Так, давай-ка выкидывать снаряды. Этого-то нужно, ребята, контролировать. Да, вот этого вот одного. Есть, мы его подбили, и это хорошо. Опа, валун. А катапульту-то мы, оказывается, разобрали с тобой. Когда успели? Хорошо, давай-ка сюда снаряды сбросим. Прям на голову этим бомжикам. Слушай, по-моему, это была последняя волна, да? Нам нужно разобрать только вот этих. И я надеюсь, уровень мы с тобой прошли. Мне не хватает монет очень много, ребят, для того, чтобы прокачать спина на следующий уровень. Ну, по-моему, это все. Да, ребят, прошли с горем пополам мы этот уровень. Мне нужно очень-очень много денег. Так, больше монет, конечно. Ну что, в данный момент у меня 50 тысяч, а нужно, по-моему, 200. Так, победить 250 троглодитов, а здесь мы с тобой что сделали? Ага, 10 троглодитов и 8 тысяч монет к нам в копилочку упало. Прекрасно. Ну что, друзья мои, давайте попробуем следующий уровень пройти, и это 134-й. Ну, почему бы и нет? Все как есть оставляем. Кстати, подожди. По поводу вот этого валуна. Я, кажется, его могу прокачать. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Сейчас проверим. Улучшить. Сколько он стоит? Ого! 99 тысяч. Рановато мне еще пока. Ну что же, будем копить с тобой монетки для того, чтобы сделать очередную прокачку. Так, сразу яблоньку.
Угу, бегут. Это самые обычные, самые первые троглодиты. Хорошо, что они очень быстро, ребят, разбираются. Так, давай-ка мы, наверное, валуны сбросим. Дынс, дынс, шикандос. Чего вы тут бежите? Радуются они. Правильно, давай-давай по ним снарядами ледяными. Минус. Кстати, а, это же обычные деревяшки идут. А ну-ка, сбрось-ка на них. Замечательно. Спина, выходи. Так, расстреливаем этих деревянных бомжих. Плюс... А, там еще и каменные, оказывается, да? Так-так-так, не надо тут с факелками. Все четенько у нас, яблочки забираем. Брахио, может быть, позвать, а? Наверное, нужно Брахио звать. Так, молотки полетели, это плохо. Так, сбросим сюда снаряд. Слушай, а вот этого нужно контролировать. О, а почему? Я только сейчас обратил внимание, что у нас, оказывается, маленькое с тобой расстояние от ихней базы. Да, вообще, опа, опа, опа. Ну, нифига вы там устроились. Посмотри, там и с этой, и катапульты идет, и вот это вот. Который, короче, тащат там на повозке на этой. Ну, ты понял, да, про кого я говорю? Погоди-ка, тут катапульта прям рядом. А кого она будет бомбить и как она будет бомбить? Мы их хоть уничтожаем вообще? Все трясется, ничего не понять. Я вижу, что Брахио уже подбили мне. По-моему, мы даже не наносим урона катапульте-то этой. Брахио, давай, выходи еще один. Вообще не могу разобрать ее, прикинь. Они атакуют? Ой-ой-ой, сейчас все затрясется-то как сильно, ребята. Ничего не делается, абсолютно, посмотри. Е, уничтожили. Только не говорите. Ребят, вам не показалось, что этот уровень был какой-то слишком коротенький? Ладно, больше монет. В данный момент у меня 98 тысяч монет. Опять же, не хватает буквально 1000 для того, чтобы прокачать снаряд ледяной. Но помимо этого нам нужно еще и спина прокачивать. Кстати, давай глянем, сколько нужно именно для прокачки следующего уровня. Сколько монет нужно. Ну-ка, улучшить. Где у нас спина? Воу-воу-воу, 130 тысяч надо. Это будет 9 уровень. И потом 10-й, последний. Ну что же, будем копить. 135-я миссия у нас с тобой. Фух, как говорится, собрались, приготовились и... даем отпор этим пещерным первобытным людишкам. Сразу бомжихи, сразу заверещали. Слышно их за километр. Протяжный вой. Так, наверное, мы сделаем с тобой вот так вот. Ну в плане, ну куда вы летите, а, олухи? Блин, он успеет подбить-то их. Эй, давай быстрее. Слушай, вот это мне уже не нравится, ребят. Мне это не нравится, потому что здесь идет этот, который любит притворяться. Оу, яблочки тут. Вот он. На него как-то жалко, честно говоря, тратить вот этот вот снаряд огромный. Давай попробуем ледышкой по нему бомбануть. Убьем мы его сразу? Е. Так, ну как мы видим, бомжи тут атакуют. Ой-ой-ой-ой, большой довольно группой. Ну, так, слушай, подожди секунду. Вот здесь нужно, ребята, атаковать. Ох, опять этот обманщик бежит. Так, что у нас тут? Шаманы. Да тут дофига кто нам вредительство бежит. Так, сюда мы с тобой бросим ледяной, да, валун? Вот сюда. А вот здесь мы бросим вот так. И, наверное, даже вот так вот сделаем. Ну, все круто, как ты видишь. Этот-то уничтожился, да, уничтожился. Блин, ну вот этих только сюда не хватало. Идут, ребята, идут, вон они. Так, давай быстрее эту бомжику валим. Так, бросаем сюда валун по возможности. И заморозку, ребят, естественно, заморозку. Так, и вот так. Должно сработать. Ага, один все-таки пробежал. Один, друзья мои, пробежал. Блин, и у меня откаты по снарядам. Ты прикинь? Давай хотя бы вот этими валунами попробуем, что ли, я не знаю. Должно получиться, наверное. Ну, е, нормуль.
Так, тут-то что у нас происходит? Ёкаламане. Ёкаламане, действительно. Тут что-то уж больно крутая разборка идет. Так, спина, выходим. Так, сюда, наверное, мы бросим вот так вот. Давай-давай-давай, сбрасывай. Блин, все равно еще живы, а. Брахио тут встал у нас, да? Ну, Брахио против копейщиков вообще ни о чем, ребята. Видишь, его быстро запинали. Так, сбрасываем валуны. Ну? Ох ты. Метеоритный удар нам выпал. В коем-то веке. Так, сбрасываем сюда снарядик. Опа. Слушай, ну этот валун, он замораживает, но он уже не убивает первобытных, да, вот этих людишек с первого раза. Приходится несколько раз бросать. То есть только вот этот валун в состоянии уничтожить. Блин, как бы тут так сделать-то? Все, зачистка прошла. Причем довольно хорошо. Эти заморожены пока. Так, у нас там все круто, все круто. Этого не выпускаем из заморозки. Будем постоянно в него вот так вот. Хоба. Чтобы жизнь малины не казалась. Сбросим еще снаряды. И еще сбросим. Найс. По-моему, этот уровень мы прошли. Да. Немножко было опасно, ребята. Ну, пока катапульты на нас не идут, у нас все хорошо. Как только вот они появляются, у нас проблемы начинаются. Ну что, больше монет. Так, смотри, 139 тысяч мы уже с тобой накопили. Поэтому я думаю, есть резон нам с тобой поставить на прокачку. Вот только вопрос, что? Спина будем ставить на прокачку? Или же мы будем с тобой улучшать ледяной снаряд? Ледяной снаряд очень хорошо заходит нам. Я знаю, что спина по времени очень долго будет прокачиваться. Очень долго. Поэтому предлагаю, наверное, все-таки сейчас улучшить снаряд. Ой, он всего лишь 5 уровня. Будет 6, да, это плюс 229 к урону. Давай улучшим. И попробуем накопить с тобой на прокачку спина. Так, 136 уровень. Ребята, остается совсем немножко, всего лишь 14 уровней, да, для того, чтобы пройти полностью игру. Ну что, погнали. Снарядики у нас немножечко прокачались. Я думаю, теперь урона будет достаточно. Хотя и до этого было бы, в принципе, неплохо. Ну что, прокачка. Ждем, ждем этих троглодитов. Сбрасываем снаряды. Причем всех мастей. Ага. Сдерживаем их как можно дольше. Так, так, так. Что это? Копейщик идет. Копейщик, кто там с факелом, да? Понятно. Все как всегда. На, на. Не подбили. Ерунда, ребят, сейчас мы их будем прессингом вот так вот делать. Хоба. Четненько, согласись, да, вот эти снаряды работают вообще на офигеннейшим образом. Бумс, вот единственное, что, конечно, они не погибают сразу же, это меня немножко раздражает. Так, ты с веткой вали отсюда, а? Сейчас будет бросать ветку свою, ребят. Так, что же нам сделать-то? Наверное, лучше вот так вот забросить. Окей, окей. Так, этих пока прессуем с тобой. Сюда сбросим. Так, слышу катапульту, ребята. И не только катапульта. Ты видишь, да? Тут этот охламон и еще идет. Блин, плохо. Это же как получится-то? Они сейчас все встанут в этот ряд. И бомби их как хочешь, называется, да? Ой-ой-ой, как же я ненавижу, когда Брахио выходит, когда их несколько. Начинается вот эта вот тряска. Ой, а что это так? А что это так быстро-то? Эй! Отлично, офигеть просто, ребята. Нам моментально снесли всех, извини меня, динозавров. Просто моментально. Это что за дела? Так, погоди. Я не могу врубиться, почему так происходит? Они что, в себя поверили, что ли? Или что это? Да как такое может быть? Ну-ка, сбрасываем. Так, бомжиха тут. Причем не одна.
Неужели всему виной вот это вот катапульты? Что-то именно об этом не говорит. Так, где там этот пройдох, который притворяется? Вот он. Так, мы его подобьем? Мы его не подбили. Замечательно, блин. Он уже начинает колпать яйцо. Давай ты быстрее, снаряд, ё-моё, ну. Хватит его, надеюсь. Замечательно. А эти все орут и орут, орут и орут. Давай сбросим сюда, наверное, снаряды. Е! Уничтожили, да, катапульту? Уничтожили. Полдела сделано, скажем так. Сейчас мы здесь разберемся с этими. Так, я больше уверен, что здесь вот эти вот, которые притворяются, ползут, видишь? Замаскировались, так скажем. Давай ледяной снаряд сбросим. Прекрасно. Опа, 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 ты посмотри, какой тут отряд. Всех, всех ребят уничтожаем, естественно. Никого не оставляем. Так, Брахио там, бедолага, один остался. Против всех этих бомжих. Так, 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 что у нас тут? Блин, тут еще вот эта вот фигня, конечно. Бесявая, наверное, сюда мы бросим ледяной снаряд. Вот сюда вот. А здесь уже бросим, скорее всего, вот такой вот. Окей. Отдуплилась. Блин, по-моему, промахнулись мы каменными снарядами. Они где-то мимо здесь упали. Так, этот пока замороженный. Слушай, ну довольно неплохо. Они долго находятся в заморозке. Ты посмотри, как снаряды эти хорошо действуют, которые мы с тобой прокачали. Давай-ка сбросим на голову. Здесь тоже вот так вот заморозим. И еще выпустим с тобой снарядик. И позовем Брахио. Е! Уничтожили мы эту повозку, тележку. И здесь тоже победили. Хм, прекрасно. Ну что, монеток у нас все равно мало. Надо больше. 80 тысяч. Не хватает. Так, смотри-ка, мы скоро с тобой получим валун. Ну и, возможно, бурю снежную. Ну что, я предлагаю пройти еще, наверное, один все-таки уровень. Это будет 137-й. Если мы получим достаточное количество монет, мы с тобой сможем прокачать еще, наверное, ледяной валун. Но я хотел бы, конечно, бы спина прокачать. Поставить на прокачку, потому что это довольно долгий процесс. Так, замораживаем. Блин, опять катапульта. Но я слышу, слышу, ребят, что она сейчас приедет. Она сейчас покажется. Она уже показалась. Естественно, по ней пока стрелять нет смысла, потому что этот чувак еще не вылез. Кто управляет этой катапультой? Ломай, ломай, правильно, так и надо им. Заряжаем. Слушай, неплохо. Давай сбросим здесь. Сейчас он появится. Сейчас, друзья мои, вон он уже выглядывает, уже начинает отдавать команды. Давать команды на атаку. Естественно, нам нужно его. Блин, тут еще шаман. Я его поздно увидел. Ну, значит, получается, нам нужно. Да все, в принципе, в том же самом режиме, ребята. Сюда сбрасываем валун. Ну, естественно, и сюда тоже сбрасываем. И вот так еще. Так, тихо, тихо, этот собака, смотри, со своими этими колотушками. Давай, давай его, спина, бомби. Укусил, молодец, красавчик. Так, вышли. Вышли опять эти аглоеды здесь. Ну, ты видишь, толпой просто бегут. Что мы сделаем с тобой? Сделаем вот так, наверное. Выглядывай, выглядывай, давай. И опять промахнулись. Нет, попали, ребят, попали и уничтожили мы с тобой ту самую катапульту. Спина, выходи, ты нам нужен. Подожди-ка, спина, Брахио, все нормуль. Все отлично пока. Вот этот с факелом, который тут ходит, он меня немножко подбешивает. Все, готов, парень. Так, а здесь-то что у нас за сюрпризы? Идут, явились, не запылились. Вот так вот. Так, подожди-ка, что у нас там? А что там вообще происходит? А, все, все вроде бы как хорошо, да?
вроде бы как хорошо и в то же время очень плохо. Что-то, по-моему, они стали сильнее и крепче, потому что, смотри, они пробиваются, ребята. Они пробиваются. Яйцо-то уже здесь, недалеко, кстати. И это мне не нравится. Это мне вообще не нравится все. Давай, давай, родные мои. Вот, начинает пробивать потихоньку, полегоньку. Слушай, дай-ка я так вот сделаю. Сделаю заморозку. Ну ты глянь. Ах ты гаденыш, ты смотри, что делает. Блин, нам, наверное, лучше здесь вот так сделать. А вот здесь сбросить валуны. Наверное, так будем делать. Так, все-таки мы ее подбили. Так, яблочки забираем с тобой. И надо вот здесь вот остудить этого Трампа здесь. Достал он уже на самом деле. О-о-о, целый отряд этих скрытников бежит, смотри. А я так и думал, что будут именно эти хламоны здесь. Сбрасываем, срочно. Всех накрыли, да, медным тазом. Они свои получили. Так, минус бомжиха, минус вторая бомжиха. Давай сюда сбросим валун. Опа, еще катапульта, ребят. Последняя волна, пишут. Что-то мне как-то от этого не проще. Брахио подбили. Так, если мы с тобой сбросим вот этот вот валун. Катапульту-то не подбили, ни шиша. Этот веточник достал тоже мне тут. Все уничтожаем, кроме катапульты, да, получается. Ну да, кроме катапульты, ребят. Воу-воу-воу. Потише, ребят, что-то у вас тут. Что-то, ну, у вас, по-моему, тут перебор. Вам так не кажется? Так, спина, выбегай, пожалуйста. Тут без тебя как-то напряженно, если честно. Там, по-моему, знаешь, что еще одна катапульта едет. Такой звук сейчас был, что вот-вот она должна появиться. Спина очень медленно идет, ребят. Вот в нем все хорошо, но он очень медленно идет. Так, брахио вызываем. Слушай, по-моему, это все-таки что-то едет. Но есть! Катапульта, да, стрелялась. Так, теперь это тут с молоточками, а? Выпендривается, ты посмотри. Смотри, как у нас здоровье улетает от его молотков, прикинь. Я офигею. Вот одного, от одного вот этого пройдохи. Просто, ребята, вот так вот, и все. И мы еще и промахнулись, нормуль. Блин, писали же, последняя волна. Что-то я в упор не замечаю, чтобы здесь была последняя волна. Слушай, ты достал, а? Опа, и еще, ребята. Метеоритный удар. У нас с тобой, смотри, валун. Три шторма и два метеоритных удара. Давно я так не накапливал. Бонусы себе. Так, и насколько я могу понимать, это три последние бомжихи. Да, осталось две. Вызывать брахио не будем, просто сбросим с тобой ледяные валуны. И вот так вот. И вот так. Все до кучи, короче, сюда, да? Да, 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 именно то, что нужно, ребята, для меня. Кусай, кусай ее. Есть. Отлично. Так, сколько мы получаем тут монет? 107. И еще. И еще дополнительно, да? Сейчас получим. Опачки. Плюс, ребята, еще один валун мы с тобой заработали. И больше яблок. Так ведь? А, больше яблок нам не дали. 107. Подожди секунду, 107. А нам нужно с тобой сколько? Блин, 130. Ай-яй-яй, не выходит ни шиша у нас с тобой. Ну я тогда предлагаю, ребята, раз уж не получается прокачивать валун. Морозный шок. А, ха-ха-ха, даже на него нам не хватит. А если вот здесь вот. Слушай, ну вот тут если мы глянем, по-моему, хватит тогда. Так, ребята, 111 тысяч. Ну-ка посмотрим, хватит нам сейчас на снаряд. 111, блин, да ладно. Вы серьезно, что ли? Совсем чуть-чуть не хватает. Да? Блин, хоть еще один уровень проходи, а? Ладно, давай попробуем с тобой 138 пройти. Если у нас получится, мы с тобой
накопим нужное количество монет для нашего спина. Яблонька. Так, троглодиты напирают. Да я уже слышал, что напирают. Там уже катапульта зашуршала. Угу. Зашуршала. Ну что, вызываем спина, наверное, да? Я не помню, там их две, что ли, сразу? Две, прикинь, две катапульты, эй! Да ну-ка. Давай быстрее, быстрее все, что у нас есть, заряжаем. Блин, спина, это, конечно, все круто, но... Так, слушай, подожди, может быть, нам с тобой... Зачем нам метель? Метель нам не нужна. Самое удивительное, что я не слышу бомжих. Вопли, криков и так далее. Это немножко даже напрягает меня, если честно. Они не могут подбить, понимаешь? Они не могут подбить эту катапульту. Только лишь потому, что она уязвима только когда этот чудик выглядывает. Вот как сейчас это произошло. Вы, блин, серьезно? Вы еще и этих позвали сюда? Молодцы! А что я могу сделать, ребят? Да я ничего не могу сделать здесь. Выглядывай давай. По-моему, все-таки одну разнесли мы с тобой катапульту. Бумс, ты посмотри, сколько они урона наносят. Это кошмар. Офигенно они наносят урон. Смотри, бумс, и все, и мой динозавр просто отлетает. Не вовремя мы с тобой бросили вот эти вот валунчики. Не вовремя. Е! Все? Это вот такой был короткий уровень? Пси. Так, злобный двойник Рэмбо. Спасибо, за 22 гема купить? Нет уж, я перебьюсь как-нибудь. Так, слушай, у нас 138 тысяч. Ну-ка, вот сейчас, по-моему, у нас с тобой хватит. Да, ребята. Вот так вот. Ну что, наш спина будет прокачиваться сутки, 24 часа. Ну, а мы с тобой, пожалуй, закончим пока серию. Тут осталось, кстати, друзья мои, не так уж и много. 11 уровней и все. И мы пройдем игру. Ну, по крайней мере, до 150 уровня. А там уже посмотрим, будут ли разработчики делать продолжение. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.